Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня продолжаем играть в GTA провинцию, точнее GTA провинция в принципе. Продолжаем играть здесь, сегодня я куплю скин, посмотрим, возможно, подработки и какую-то машину купим. Я, кстати, нашел, как карту открывать. Открывается карта у нас на кнопку, по-моему, F10, а F11 у нас открывается. Карта, в принципе, вот такая вот карта, пацаны, большая просто. Ну, блин, это надо изучать, пацаны, это реально надо изучать. Но в первую очередь, я думаю, нужно изменить мой внешний вид, чтобы выглядеть довольно-таки неплохо, потому что, я думаю, бомжик это такое себе, чтобы, возможно, вы меня как-то узнавали на сервере, кто будет здесь играть, кстати. Я не знаю, здесь нужно вводить... Нет, здесь не, кстати, не надо вводить. Я не знаю, здесь есть промокод или нет. Так, давайте посмотрим одежду. Так, 15 тысяч стоит. Так, 7500, 9 тысяч такой гопарик. Так, надо что-то такое нормальное пить, я думаю. Но мне понравился этот гопник, в принципе. Давайте купим скин. Во, все, Adidas, все дела. Нормально, пацаны, нормально. Все как нужно. Так, магазин рубль. Но это нам не нужно. Давайте, я думаю, сбегаем сейчас в автосалон. В принципе, у меня через 90 тысяч. Возможно, мы сегодня купим какую-то машину. Это не точно, но я на это надеюсь. Так, здесь у нас два автосалона. Это автосалон Автомакс какой-то. Давайте зайдем. Опачки, девочки, мальчики. Так, ижак у нас стоит 90 тысяч, в принципе, да. Потом, у нас есть Лада Калина. Она стоит 365 тысяч. Блин, это дороговато для меня. Так, УАЗ есть. У нас здесь автобусы есть даже. УАЗ Патриот стоит сколько? 695 тысяч. 120 тысяч стоит Лада Веста. УАЗик здесь есть, кстати, он стоит 550 тысяч. Лада Урбан есть. Потом у нас есть Шевроле Нива, Газель, Лада Приора, Лада Калина. Ну, блин, здесь мне ни на что не хватает, по идее, да? Дальше на Юпитер. Шаха стоит 160 тысяч. Семерка стоит 195 тысяч. Ну, блин, надо идти работать, наверное. Хотя я мог бы себе сейчас позволить купить этот Иж. Ну, блин, я не хочу себе покупать именно мотоцикл. Я хочу себе купить какую-то машинку. Здесь, по-моему, несколько автосалонов. Давайте сюда зайдем, посмотрим. Ну, здесь, по идее, машины будут дорогие, я думаю. Поэтому мне не по карману, да. 820 тысяч, 825 тысяч, 890 тысяч. Ну и так далее, в принципе. Не, но автосалон здесь довольно-таки неплохой. Что бы я хотел здесь, наверное, вот Rolls-Royce хотел бы купить. Крузак такой себе, X5, в принципе, нормальный. BMW, а, это мотоцикл у нас, да, Cadillac. Q7 есть, Volkswagen Touareg, Volvo, Chevrolet Tahoe, Mercedes. О, тут такой бы Mercedes я себе купил. Два лямчика стоит, в принципе, я думаю, нормально. Так, Harley у нас есть за лям 700. Kia Stinger есть, Toyota Camry, Subaru, Hyundai Sonata, Toyota Corolla. Ну, я думаю, самый лучший вариант, наверное, будет эту Mazda вот такую взять. О, я думаю, неплохой бы вариант был, но пока что у нас таких денег, в принципе, нету. Я думаю, можно губу не раскатывать. Так, давайте GPS пропишем, найдем, даже не знаю, что нам найти. Мы сейчас находимся в Приволжске, да? Где мы находимся? Можно узнать, пожалуйста. Так, пацаны, я решил все-таки психануть и купить мотоцикл, да. Потому что, блин, ну надо на чем-то передвигаться. Пусть первый мой транспорт будет мотоцикл. Так, цвет давайте выберем, может, темно-синий. Чтобы купить машину, у вас должен быть дом. Интересное кино. Нужен дом, пацаны, изначально, чтобы купить какую-то машину. Ну окей, ну я знаю, что здесь дома там по 300 тысяч есть. Но, блин, придется работать, что делать, в принципе. Так, давайте зайдем в первый подъезд, который нам попадется, в принципе, так. Смотрим, какие здесь ценные квартиры. Так, 890 тысяч, 450 тысяч, 290 тысяч куплено, 330 тысяч. Блин, и везде подъезды такие классные, смотрите. Давайте посмотрим, ну, что здесь за интерьер. Так, F5 или как там? Так, войти нам нужно. Давайте посмотрим. Интерьерчик такой, в принципе, прикольный, да? Такая чисто хата, блин. Вот это я понимаю, блин, интерьеры нормальные. Как реальная жизнь просто. Реально по кайфу. Реально по кайфу. Не, ну круто, круто, блин. Реально интерьерчики такие классные. Так, ну я так понял, здесь везде разные интерьеры. Там, блин, F5. Вы... Здесь, да, управление немножко как вон... Да, видите, здесь тоже другой интерьер, блин. Эта квартира дешевле, но здесь интерьер покруче даже, блин, это круто. Я вообще такую хату купил бы. Так, здесь у нас еще кровать есть. Бля, реально охуенно, хата еще подешевле, но еще пиздать даже. Даже подороже, так, 450 тысяч, да, стоит. Так, пошлите, посмотрим еще сюда, наверх, так. 880, 330, 310, оно. Блин, надо квартиру купить, чтобы купить машину. Ну, такое себе на самом деле. Это вообще коммуналочка, ебать, ёпту, налево, смотрите, какая коммуналочка, блин, за 310 тысяч. Ну, видите, нам любую квартиру, чтобы купить машину. Ну, блин, я только 90 тысяч. Ну, будем зарабатывать, что? Я думаю, надо будет на права еще сдать. Я думаю, с этим сейчас мы и займемся. Побежали в автошколу и попробуем сдать на права на автобус именно. Мне кажется, это уже перебор, пацаны. Меня к такому жизнь не учила. Не готовила, так точнее, блин. Это уже перебор, на самом деле. Такие биборды, блядь, людей пугать.
Так, короче, мы уже в автошколе, я тут попиздился с гопником другим, короче. Он говорит, типа, давай деньги. Тут началась пизделка, я научился уже пользоваться лысым чатом. Я уже настроил звук. По идее, сейчас мы кого-то встретим, вам будет это слышно. Так, погнали сейчас на права, зайдем на автобус, в принципе, и там уже посмотрим. Так, нужно автобус, 7 тысяч стоит, в принципе. Давайте, я думаю, зайдем на права. Так, я выключу радио, там такая музончик, пацаны, играет. Короче, если вы сдали на права на легкую машину, короче, на легковой транспорт, то вам потом экзамен нужно проходить, вы просто ездите по чекпоинтам. Блядь, что оно пикает? Не пикай, блядь. Так, как фары включить, стоп? А, ремень, блядь. Все, не пизди. Так, а как фары включить, стоп? Короче, тут пиздец, пацаны. Ладно, давайте я уже доеду и там уже продолжим. Когда я сдам экзамен, в принципе, здесь ничего, я думаю, интересного не будет. Так, все, я уже закончил сдавать. Здорово, чувак, но меня не слышно, наверное. Бля, ебать, я такой еще гопник, просто пиздец. Ебать бы там все компиздить, я просто не успел заснять это, блин, но это было эпично. Реально, просто. Блин, с голосовым чатом, пацаны, это совсем другая тема, я вам отвечаю. Так, мне еще админ подсказать, как худ выключить, чтобы скриншоты делать. Так, давайте я еще на грузовик. Чё, пацаны, вид от первого лица, ебать, не ожидали, нахуй. Вот это поворотик, блядь, на права на грузовике сдаём, пацаны. Блядь, я просто обожаю эту игру, пацаны, это охуенно. Бля, мы едем еще в другой город, охуеть. Блядь, я просто не знаю, как фары включить, блядь, как фары включить на этой хуете. Кто мне скажет, как фары включить, я просто не шарю, пацаны. Ладно, похуй, едем, блядь, это охуенно, пацаны. Еще вид от первого лица есть, понимаете? Это пиздец. Просто вид от первого лица охуенный, блядь. Я обожаю эту игру, пацаны. Просто с вас видно лайки, я хочу реально снимать эту игру, мне очень нравится. Я все настрою охуенно, чтобы голосовой чат было нормально слышно и так далее. И надеюсь, что, блин, вы поддержите все-таки провинцию, потому что, блин, зря я, сука, не шел сюда, когда меня звали, потому что раньше здесь играло много моих друзей, в принципе, а сейчас мы с Тимоха здесь будем играть, короче. Ну и вы, кто хочет, тоже присоединяйтесь, будем развиваться вместе. Я вам соточку... Ебучий случай. Я манал просто такие игрухи, пацаны. Вот это кайф просто. Просто кайф. Я реально охуеваю просто от такого увиденного. Я просто реально в шоке, пацаны. Бля, прикинь, как здесь на своей тачке будет охрена ездить. Блин, я скорее хочу себе купить уже семерочку. Хочу себе реально семерочку хотя бы купить. И будет просто охуенно, реально. Если что, пацаны, играю на 4-м сервере. Все ссылки будут, если что, в описании. Так, давайте поворачиваем. Ебучий случай! Это как у академика, помните в видосе, блин. Я просто в шоке, пацаны. Просто в шоке. Бля, надо скриншотик сделать, пацаны. Это по-любому. Блин, пацаны, это просто хуя. Зрите на эти видончики, на этот мост еще. Бля, я реально просто кайфую, пацаны. Я просто кайфую. Мне заебись, честно. Мне заебись. Блин, я думаю, вы тоже охуете, когда зайдете. Еще вроде бы как эти мосты разводные. Что-то у меня, блядь, так начало шелтать. Короче, блин, это реально очень круто. Еще когда вы музыку слушаете, то остальные тоже ее слышат, когда вы проезжаете мимо них. Это очень круто, блин. Какие здесь виды, пацаны? Вот эта площадь. Это пиздец просто. Я просто в шоке. Самолет еще там стоит. Ну, это нормально, я думаю. Смотрите, какой видон, пацаны, а? Вот это я понимаю, бля. Прорисовка что-то у меня хуёво страдает. Бля, ну это охуенно, пацаны. Это просто охуенно. С вас просто обязательно лайк. Обязательно просто лайки. Так, поворачиваем. Опа. Сейчас получим все категории прав, чтобы уже потом не париться. В принципе, будем работать и на грузовиках, и на автобусах. Потом накопим на квартиру, купим... Так, короче, в итоге меня крашнуло почему-то. Ну, вылетела игра, точнее, просто. У меня, видите, все, категории прав все есть. Я думаю, это реально просто отлично. Я почему-то обратно появился на вокзале. Не знаю почему, но так произошло, в принципе. From the outside, I was from the north.